У меня сегодня праздник. Ты знаешь, сколько я не пимши? Ты знаешь, сколько я терпел? Ты сейчас ужаснешься, брат. 1,5 дня. Как ты бухать бросишь? Не дождутся. Кто? Да никто. Васильич, а вот не зря все-таки ребята хвалят твоей тещи напиток. Он number one во всей округе. У меня тебе единственный вопрос. Скажи, а секрет этого напитка, это секрет? Секрет. Даже мне? Без исключения. Васильич, мы же друзья. Ладно, тебе скажу. Только... Естественно. И кому? Кроме Михаила Сергеевича, Валеры, Кольки и крановщицы Зинаиды. Зинаиды ни в коем случае. Все? Ты сказал, я вычеркну. Смотри, Зинаиду вычеркиваю. Она туда скипидар добавляет и карбид. Да. Не перебивай. А главное, это грибы. Мелко строгают, туда засовывают и в подпол на 3 дня. Суперпола получает. Ну что, грибные места, знаешь, что ли? Она за 5 минут корзину набирает, пока машину заправляет на МКАДе. Надо самому прошвырнуться. Промкадиться. Обязательно надо промкадиться. Я без этого дела себе ничего не представляю. Жизнь идет, как депресняк полный. А так мажу, все. Выходные становятся ярче и больше. Я тебя не расслышал. Что становится? Выходные дни становятся ярче и больше. Как это больше? Ну, я не знаю. Ну, раз в течение недели по 3 субботы колбасит. Да иди ты! Я дома, куда мне идти? Значит, я пойду. Стой здесь. Продолжай вопрос. Васильич, у меня к тебе единственный вопрос. Я вот у тебя уже не первый раз, а второй, и я все никак не могу посчитать, сколько у тебя комнат? 3. 3? 2 спальни и туалет. А мы сейчас где? Мы в комнате приема. Так тогда получается 4. Не получается. Комната приемов только после первака появляется. Давай. Сейчас первак мозг пропитает. Началось. Комната расширяться начнет. Не бойся, это всегда так. Это сильно расширение? Ну, по-разному. Как-то расширилось. В течение 2 часов до телевизора ехал на велосипеде. Это не опасно? Для нас нет. Соседи пугаются. У нас же расширяется, их стенами сдавливают. Боятся паразитов. За расширение наших жилищных условий. Васильич, мне к тебе единственный вопрос. А ты пиво глазом можешь открывать? Бутылочное, да, баночное, нет. А у меня был случай, мне недавно жена с тещей оставили дома на 3 дня, а сами уехали на салют. Вот. На салют на 3 дня, это куда? Я ждал этого вопроса. В Рио-де-Жанейро. Это где? Горьковская область. И чтобы я не напился, они мне руки сзади связали тещиным лифчиком наглухо. Ну и как ты выкрутился? А я и не выкрутился. Я ногами бутылку потянул, колени зажал, вот, и глазом открыл. Душевно. Васильич, или мне кажется, или... Куда это стул побежал? Это на кухню, к столешнице шляется, у них там шурмуры. Мебель! Не понял.
Ну, любовник. Ну, за любовь. Василий, я... Поскольку мы одни, я хотел задать один откровенный вопрос. Тет-ка-тет, можно? Тет-ка-тет. Василич, я сейчас хотел бы откровенно протестировать твое IQ. Пожалуйста, тестируй на здоровье. Ты готов? Я готов. Ты готов? Я уверен. Точно. I am sure. Сейчас не понял. По-русски говорю, не врубайся. I am sure. Так ты Шура, я тебе все, Василич. Сразу никак, Шура. Начинаю тестирование. Кто жена у орла? Орлиха. Правильно. У дрозда? Да посложнее. Дроздиха. Так ты знал. А у грифа стервятника? Грифиня стерва. А ты знаешь, что жена у слона? У слона. Слониха? Не. А кто? А у нее нет жены, слон холостой. Кто холостой? Слон. Какой слон? Который за телевизором стоит. С чего ты взял, что он холостой? Ну ты сам подумал, стал бы женатый слон за телевизором стоять. Логично, Василич. А ты плавать умеешь? Нет, зачем оно мне надо? Зря взяли бы в олимпийскую сборную. Не взяли бы. Почему? Я активированный уголь употребляю. Здравствуйте, такой же не запрещен. Ну это сегодня, завтра неизвестно. Василий, я хотел бы задать тебе единственный вопрос. Знаешь так, между нами. А ты знаешь, что тебе жена изменяет? А? Нет. Знай. Изменяет. С кем? Со мной. Не знаю. Это хорошо, что ты не знаешь, а то поссорили. Да я тебе убыл за это. Я тебе поэтому и не говорю. Васильевич, в смысле Шура, у меня к тебе единственный вопрос. А ты смог бы ты, Шура? Я сейчас спрашиваю, или ты? Ты смог бы съесть кроссовки? Конечно, смог бы, я же спортсмен. А я не смог бы. Во-первых, я не спортсмен, во-вторых, они у меня одни. Тогда съешь мои кеды, у меня их двое. Ты за кого меня держишь? Думаешь, я вообще уже? Каждый нормальный человек знает, что кеды лучше оставлять на бульон. Василич, мне к тебе единственный откровенный вопрос. А ты поп... Не уходи от ответа. Здесь я. Ты попкорн в нос засовывал? Никогда в жизни. Зря. Жизнь-то проходит. А глубоко надо засовывать? Это очень интимный вопрос. Я тебе скажу так, чем глубже, тем лучше. А я мозг не поврежу? А ты в школе как учился? А двойки. Тогда уже не повредишь. Слушай, что там оно как-то медленно, то есть быстро заканчивается? А у тебя еще там есть? У меня море навалом в подполе.
Так, может, сходим? С удовольствием. Может, и слона с собой возьмем? Слоник, конечно, возьмем. Хабат своего друга. Басик, ко мне! Подожди. А почему ты... Басик, папке иди. Почему ты... Тихо. Почему ты говоришь ему кис-кис? Он же слон. А чтобы за ним бобры не увязали. Логично. А какие бобры? Сейчас смажем, покажу.